И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Твинты, ребята, и я продолжаю снимать, ребята, супергеройские видео в деревне жителя Майнкрафта. И, дорогие друзья, перед началом этого видео хочу вас спросить, сколько вам лет, ребят. Напишите в комментариях, сколько вам лет, я обязательно прочитаю, мне будет очень интересно посчитать, сколько вам лет. Вот, ребят, ну что же, а мы начинаем. Итак, ребята, сегодня мы будем тестировать костюм зеленой стрелы. Да, ребят, я зашел в комментарии, увидел просто рандомный комментарий какого-то человека, и там было написано, чтобы я протестировал костюм зеленой стрелы. Вот, собственно, ребят, сегодня буду тестировать этот костюм. Но, ребят, давайте перед началом этого всего я прошу вас поставить свой лайк. Давайте, ребят, на этом видео наберем 300 лайков, и тогда, ребят, я сразу же выпускаю новое видео. Что ж, дорогие друзья, как видите, в правом верхнем углу у меня находится такая штука Speed Sickness. Не обращайте внимания, ребят, на это просто я изобрел новое зелье, оно называется Velocity 9, и с помощью этого зелья я могу бегать без своего костюма флеша, или же обратного флеша, или же зума. Вот. И когда действие этого зелья прошло, то у меня сверху в правом верхнем углу осталась надпись, поэтому, ребят, я не знаю, как ее убрать. Вот, ребят, ну сегодня будем тестировать костюм зеленой стрелы, как я сказал ранее. Что ж, ребят, этот персонаж, как вы знаете по комиксам, не имеет особых способностей, поэтому у него из его, как бы, оборудования только лук, ну это понятно. То есть у него нет суперсилы, там, суперпрыгучести, он просто обычный человек, который хорошо стреляет из лука. Вот, собственно, костюм я сделал, но самое главное, ребят, что я сделал, это его лук и различные стрелы, ребят. Их, по правде говоря, намного больше, но я взял самые основные и самые крутые стрелы. Все остальные стрелы, которые были, которые я еще сделал, это стрелы с различными эффектами, там типа слабость, сила, тошнота, скорость, вот всякое такое, ребят. Что ж, дорогие друзья, как видите, этот костюм, ну, получился не таким классным, как остальные. То есть посмотрите на вот эти костюмы и на вот этот, ну... Ребят, скажите честно, ну, как-то мне он не сильно нравится, но все равно, ребят, зеленая стрела, может быть, для кого-то является любимым героем, поэтому, ребят, если я кого-то обидел, то извините, ребят, но лично мне, это лично мое мнение, мне этот костюм не слишком сильно нравится, но, ребят, все равно очень-очень-очень круто то, что он у меня есть, вот. И давайте его уже наконец-таки оденем, посмотрим, как он у нас смотрится, ребят, знаете... Я как-то хочу поменять свое мнение, потому что на мне он смотрится реально круто. Вот посмотрите, ребят, реально я такой теперь типа скрытный борец за справедливость, можно сказать, да? Посмотрите, ребят, тут у нас этот левая рука, да, получается. Левая рука такая вот, видите, с таким наплечником, что там какие-то, видите, штуки идут, посмотрите, вот. А вот правая у нас наоборот, обычная рука. Слушайте, ребят, это реально классно сделано. Вот, и, ребят, те, кто смотрели сериал «Стрела». Те, кто знает, что есть такой сериал, то ставьте лайк, ребят, да, если вы еще не поставили. Вот, ну что ж, давайте возьмем наш лук. Я вам немного хочу про него рассказать. Посмотрите, ребят, этот лук, он нереально крутой. Вот, серьезно, вот этот лук, это лучшее, что есть в этом костюме. Просто, ребят, посмотрите, как он классно выглядит, ребята. Просто, по сравнению с обычным, конечно, луком из Майнкрафта, то он намного круче, ребят, посмотрите. Он просто офигительный. Вот, просто посмотрите, он сделан в HD, он такой, так сказать, трехмерная модель, просто, ребят, 3D лук, офигенно, ребят, сделано. Давайте посмотрим, какие у нас есть стрелы. Во-первых, это обычная стрела, Normal Arrow. Далее у нас есть Vibranium, Tipped Arrow, но, если честно, я пока что не знаю вообще, что значит эти все стрелы. Мы их всех рассмотрим, поэтому давайте сейчас не буду читать, потом буду просто брать по очереди. Так, возьму сейчас просто по рандому всех. Так, вот это уже вижу Triple Arrow, то есть три стрелы, это уже понятно. Вот остальные я пока что вообще не разбираюсь. И, конечно же, ребят, у нас есть наш колчан, в котором будем складывать наши стрелы. Так, вот так мы его открываем, и давайте пока что положим стрелы абсолютно рандомные. Давайте положим нормальную стрелу, потом вот эту. Кактус? Кактус, серьезно? Ладно, Phantom Arrow и Boxing Glove Arrow. Что ж, так, давайте мы еще... Так, как это... А, вот, все отлично, у нас они сложены. Так, и на буквочку J можем их выбирать. Отлично. Так, что ж, мы выходим на улицу. И, наверное, я даже включу сейчас мобов. Вот так. Включаем мобов, и мы пойдем сейчас тестировать этот офигительный костюм именно на мобах. Так, ребят, я вот уже вижу паука и зомби. Так, я, конечно, не самый лучший стрелок в Майнкрафте, но давайте мы попробуем попасть...
И мы его с двух ударов, ребят, убиваем. Ну-ка, давайте сделаем вот так вот. И получая паук с одного удара, ребята. Офигенно! Слушайте, ребят, просто с лука стрелять одно удовольствие, честно говорю. Так, давайте мы вот попробуем отсюда попасть в крипера. Ить. Ай, попали в зомби. Ну ладно, вот так вот хыть. В крипера. Да, ребят, просто офигенно. Слушайте, я сказал то, что я не лучший стрелок в Майнкрафте, ребят, но пока что у меня все офигенно получается. Вот так вот с одного удара. А ну-ка, скелет, давай. Поединок лучников. Да, он меня даже не видит. Так, вот так, получай. Так, посмотрите, ребят, мы просто всех разносим. Ну, вообще-то, ребят, вы поняли то, что нормальная стрела, это нормальная стрела. То есть вот, просто так стреляем, так убиваем их, ребята. То есть так вот все. Ну, достаточно круто. Ух ты, ты еще сзади подходишь. На тебе хедшот. Слушайте, ребята, их что-то становится все больше и больше. Давайте немного отступим. Так, ребята, давайте выберем следующую стрелу. Это Vibranium Chipped Arrow. Что же она нам дает? Так, стреляем. Так, и я понял, ребята, это просто стрела типа из вибраниума, да, сделана? То есть ничего другого она нам не дает. Просто у нее может урон побольше. Так, что-то я не попал. Хыть. Попал. И вот как-то вот так нужно. Вот так. Да, отлично. Так, берем следующую стрелу. Это кактус эра. Вот это вообще, ребят, непонятно. Это стрела с кактусом. Так, попадаем в паука. На! Офигеть, ребят. Ну-ка, давай. Я понял. Это типа оно в разные стороны отлетает кактус, да? А ну-ка. Что-то... На тебе, крипер. Ты на кактус похож? Получай. Ну, слушай, ребят, мне эта стрела, честно, не сильно нравится, потому что... Ну, какая-то фигня вообще. Посмотрите, она мало урона делает. Ух ты, кто это? Паук, здорово. Ой, крипер, крипер, крипер. Так, все, отступаем, ребята. Отступаем. И. Ну так, вот, слушайте, надо было взять еду. Надо было взять, ребят, еду, потому что сейчас у меня будет голод. Так, ребят, мы продолжаем. Я взял тут золотых яблочек себе немножечко. Потому что это самая лучшая еда в Майнкрафте, как я считаю. И, ребят, слушайте, давайте мы пробуем следующую стрелу. Это Phantom Arrow. Вот это уже, ребят, поинтереснее. Фантом, как бы, переводится как призрак. Поэтому давайте посмотрим, что же это значит. Посмотрите, какая у него крутая текстурка, ребят. Так, стреляем. И что? И что нам дает? Я, честно говоря, не понял. Честно, не знаю, что нам дает. Какая-то фигня, ребят. А ну-ка. Может, она исчезает как-то? Я не понимаю. Ребят, крипер! Крипер, крипер, крипер. Стоп, я его что, с одного удара вырубил? А ну-ка. Если впритык подойти. Да, ребят, с одного удара. Если впритык, то с одного удара. Так, ребят, у нас уже наступает утро, поэтому давайте быстренько сейчас сделаю ночь. Вот так вот хыть. Все. Так, и продолжаем, ребят, драться с монстрами. Вот так вот получай. Так, ребят, я не понимаю, что делать Phantom Arrow. Какая-то фигня, честно говоря. Поэтому давайте уже возьмем другую стрелу. Так, сейчас так подойдем. Так, хыть, получи. Получи. Все, ребят, это мы складываем к нам вот сюда. Ой, так. Это мы складываем вот сюда. Так, и берем следующую стрелу. Так, это у нас Boxing Glove Arrow. А, это, ребят, боксерская перчатка, смотрите. Вот, посмотрите, у нас типа стрелы к нам обратно отлетают. Смотрите, опа. Да, нифига себе, как корова отлетает. Просто посмотрите, и паук тоже. Офигеть, так. Крипер. Крипер. А тоже, ребят, я понял, это типа стрела, которая отталкивает мобов. Посмотрите, так, опа, делаем. И, опа, отлетает, да, ребят, слушайте, прикольно, прикольно, да-да-да. Нормально, так, нормально. Так, эту стрелу мы протестировали, отлично. Так, и давайте мы сейчас сложим это все. Normal Arrow сюда, Boxing Glove Arrow сюда. Так, ребят, эти стрелы мы протестировали, поэтому давайте где-то вот здесь вот я их оставлю. Так, это мы все выкидываем. Вот, чтобы не мешались. И берем следующие стрелы. Это Torch Arrow, Carol, морковка, что за фигня? Explosive Arrow и Grappling Hook Arrow. А, еще Triple Arrow, точно, точно, конечно же, Triple Arrow. Так, давайте начнем с первой, это Torch Arrow, то есть факел стрела. А, я понял, ребята. Это, короче, стрела, которая не наносит урона, а просто освещает нам путь. Так, конечно же, на... Так, да, вот так вот, все. Я понял, ребята, слушайте, это прикольно, прикольно. Мы так можем сейчас осветить себе темноту. Все, так туда кидаем и... И давай, и освещается, да? Ну давай, осветись.
Ну ладно, вот так если мы сделаем. Блин, я попаду хоть раз в дерево. Так, зомби тут факел. Я хочу попасть отсюда в дерево. Вот так, Не попадаю. Да, попал, все отлично. Так, берем сразу же следующую стрелу. Это морковка, как я понимаю. И что она делает? Она стреляет морковкой, ребята. Она стреляет тупо морковкой. Так, можем, может, мы как-то можем свинки дать сюда. Давайте найдем какую-то свинку. Так, и попробуем ей как-то это дать. Ну-ка, если просто в пол выстрелить. Нет, ребят, это просто чисто, мне кажется, по фану сделали стрелу. Так, а ну-ка, свинка, на те. Получи морковку. Ой, извини. Так, следующее, это Explosive Arrow. Я так понял, это стрела, которая взрывает все. Вот так, Получи критер. Да, ребят, просто все взрывает. На! Просто, ребят, как зомби откинул. Так, давайте сюда вот, получайте. Слушай, ребят, это очень крутая стрела. Вот так, На, и отлетают все просто, ребят. Офигенно. Так. Вот так вот мы забомбили просто этого зомби. Давайте еще кого-то найдем. Так, давайте еще кого-то. Вон там скелет. Давай, скелет, поединок. Все, ребят, у нас просто не видят. Так, кидаем И она очень далеко отлетает. И, ребят, по сравнению с обычными стрелами в Майнкрафте, конечно, эти летят намного круче и дальше. Так, ребят, следующая стрела это грэп... Господи, не могу перевести. Так, сейчас давайте посмотрим. Grappling Hook Arrow. Так, это... Ага, я понял, ребят. Смотрите, что это. Это типа она сможет вот так вот, да? Как отсюда слезть теперь? Так, давайте вот так туда закинем и опа. Ага, я понял. Так. А, это нас типа может подтягивать, да? Хорошо, давайте на дерево. Ой, я застрял. Так, идь, забирайся. Блин. Крипер. Так, осторожно. Давайте поедим. Так, и давайте вот туда, к примеру, закинем. Так, опа. И нас так подтягивают. Слушайте, ребята, это реально круто. Офигенно. Так, давайте на то дерево. Мы теперь как настоящий Человек-паук, ребят. Ой, вот так вот и... Ладно. Ой, ребят, драка. Драка скелета с пауком. Давайте на это посмотрим. Драка скелета с пауком. Кто же выиграет? Я оставлю на скелета. Да, и скелет побеждает, и поэтому мы его вот так добиваем. Все, ребят. Слушайте, ребят, это реально круто. Посмотрите, можем вот так вот перемещаться очень быстро. Ой, отцепись. Вот так вот и туда. И вот так вот быстренько. Ребят, офигенная стрела. Ладно, берем дальше. И это Triple Arrow. Как вы поняли, это три стрелы одновременно. И вот так мы можем просто всех уничтожать, ребят. Это то же самое, как мультилук на VMworld. На голодных играх. Те, кто играл, те поймут. Вот так вот. И просто стреляем. Вот, ребят, тоже круто очень достаточно. Так, давайте найдем какого-то жесткого моба. Вот, вон зомбика. И вот так вот, опа. И благодаря этим стрелам, я думаю, вы никогда не промажете. Пошел вон паук. Так, и скелет, давай. Поединок лучников. Вот так, получай. Они просто ничего не могут сделать. Да, ребят, все. И вот так вот еще в зомби этого. И вот в этого зомби, получай. Так, ребят, эти стрелы мы также протестировали, то поэтому давайте их скинем под дерево. Так, думаю, этот выпуск получится достаточно долгим, потому что... Ой, я выкинул те стрелы. Ой, крипер! Крипер! Мои стрелы! Крипер, вот ты дурак. Какого фига ты... Еще один крипер! Да ты задолбал! Пошел вон! Мои стрелы. Мои стрелы. Блин, ребят, давайте мы здесь выкопаем под березкой. Так, скидываем стрелы, которые мы протестировали. Вот сюда вот. И берем новые стрелы. Так, вибранию мы протестировали. Это протестировали. Это протестировали. Боксинг протестировали. Это тоже берем новые стрелы. Это Pufferfish Arrow. Fire Rock Arrow. Explosive Pufferfish Arrow. Fire Church Arrow. И Vine Arrow. Так, а Normal Arrow тоже. И это, так, это мы тоже все скидываем. Не люблю, когда много вещей в инвентаре лежит. Так, это мы все скидываем, землю тоже скинем. И так, ребят, что ж, давайте начнем с первой стрелы. Это Pufferfish Arrow. И это стрела с вот этой вот рыбой, которая всех бесит. Давайте мы это на крипере. Опа. И он, по идее, да, он получил отравление. Но не получает как-то урон. Давайте на коровку. И она также получила отравление. Да, ребят, посмотрите, теперь коровка у нас отравлена. И она даже застряла. Давайте еще раз. И все, ребят. Коровку мы, к сожалению, убили. Так, и вот так Да. И, ребят, он теперь отравлен. Хорошо, ребят, вы думаю, вы поняли, что это за стрела. Переходим к следующей. Это Firework Arrow. Я так понял, это стрела фейерверк. Да, посмотрите, как оно летит далеко. Вот так вот И фейерверк. Вот так
И фейерверк вот так хыть. Тыдыщ. Ребята, это фейерверк в честь вас. Вот так хыть. Да. А ну-ка, он будет, наверное, наносить урон? Давайте проверим. Нет, ребята, он урона не наносит. Он просто делает фейерверк. Ладно, переходим к следующей. Это Explosive Perfect Arrow. Ага, это отравление плюс отрава. Ну, достаточно, ребят, жестко, да. Так, снова наступает, ребята, утро. Давайте снова сделаем вечер. Так, следующая стрела это Fire Church Arrow. Я так понял, это стрела, которая поджигает. Да, ребят, слушайте, это тоже очень крутая стрела. Посмотрите, просто всех можем поджарить. И у нас там будет жареное мясо, да? Да, ребят, жареное мясо. Так, хорошо, ребят, это мы тоже поняли. Так, и следующая стрела это Vine Arrow. Вот это, честно говоря, я вообще не понимаю, что это. Ага, это то же самое, то, что у нас уже была сегодня такая стрела. Так, давайте еще так сделаем. Ладно. Да, я понял, ребят, тоже, ребят, нас подтягивает эта штучка. Так вот, хыть. Да, ему можно так даже повиснуть. Слушайте, ребят, достаточно круто. Блин, пошел вон. Пошел вон, пошел вон. Так, 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 все. Переходим к следующей стреле. Это Smoke Bomb Arrow. Я уже понял, что это за стрела. Поэтому давайте вот это все уберем. Даже выкинем. И да, все, мы поставили. Отлично, ребят. Это... Да, это дымовые бомбы, как у Бэтмена прям. То есть мы можем так надымить. И, господи, в меня там стреляют уже бандиты, ребят. В меня стреляют бандиты. Сейчас я, конечно же, их сейчас побью. Поэтому давайте мы сейчас возьмем, знаете что? Мы сейчас возьмем Triple Arrow. И пойдем их разносить. Так, где вы там меня стреляли, бандиты? Где вы, ах вы? Сволочи. Так, пошел вон, скелет. Так, и зомби. Так, бандит, иди сюда, получай. Твой пистолет ничто по сравнению с моими стрелами, ребят. Все, ребят, мы его убили. И, ребят, я думаю, что на этом стоит заканчивать. Ребят, в этой серии мы протестировали костюм стрелы. Так, давайте еще позже сюда стрелы. И посмотрите, ребят, как они сзади выглядят. Вот так вот. Прикольно, ребят, да. Мы протестировали костюм стрелы. Ребят, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был, ребят, я Твикли. Пишите в комментариях, какой следующий костюм мне протестировать. И, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Я не прощаюсь, я говорю вам, ребят, до новых встреч.